Сегодня выступаем на новой площадке. Коля, привет, ты попал в кадр. Пивот, молодежный центр, новые имена. Очень здесь молодежно, симпатично. Хороший день, хорошая погода. И Руслан уже репетирует. Снимем, как здесь выглядит сквер, где мы находимся сейчас. И как оборудована зона со сценой, куда мы сейчас направляемся выступать. Очень здесь все красиво, хорошо, лампочки горят. Всем хорошего настроения. И начнем сегодняшний концерт. Можно похлопать? Да. Спасибо. Спою для вас первую из своих песен. Много всего другого. Каждый день с 5 до 9 у нас проводятся различные мероприятия. Буквально через пару минут, пока ребята готовятся, у нас начнется вечер русского рока, который продлится с 5 до 7 вечера. В сквере для вас выступят с 5 до 5.30 Дмитрий Коломыцев, красноярский музыкант, автор песен в стиле лирический рок, занимается их записью и выпуском. Также Дмитрий пишет песни для других исполнителей, является создателем проекта «Гитара и мы», в который входят творческие личности, как правило, автор-исполнителя. Вдохновляет и исполняет творческим взаимодействием с единомышленниками, вниманием и отдачей слушателей, совместным участием и интересными проектами, развитием культуры и жизни Красноярска. С 5.30 до 6 Семен Бережной пишет песни под гитару и музыку для флейт, которые сам же их делает. Музыку свою никак не классифицирует. Относит себя к велотуристу-одиночке и часто соприкасается с разными этносами, природой, человеческим умом, когда он живет в естественных природных условиях без городского комфорта, и это способствует рождению музыки для флейт. «Водная тропа», «Танцы с волками», «Песни землян», «Нордетический покой», «Византия» и тому подобное. С 6 до 7 Руслан Небушинец, красноярский автор-исполнитель рок-бард, участник ярких музыкальных проектов, Браженская кавер-группа «Гейзер» и красноярская рок-группа «Монте-Кристо». С 2019 года у Руслана началась сольная деятельность. Предпочитает сам про себя много не говорить и считает, что песни все сами скажут сами за себя. Ну а с 8 до 10 квиз по Гарри Поттеру. Оставайся здесь, мне с тобою не так легко, но все равно это лучше, чем без. Когда по небу плывут облака, они всегда проплывают сквозь нас. Ты не заметил это пока, но хоть заметь это прямо сейчас. Счастье не продашь, не за картины, ну а мыли
искали этот путь, да все равно не нашли. Осталась только мгла и тишина. Ты будешь удивлен, но мне снилась она всегда. Остаюсь ни с кем, я не участник этих схем. И тех, и этих встретиться не проси. Он не по пути с тобой, не по пути. Остаюсь ни с кем, я не участник этих схем. Аривидерчи, встретиться не проси. Нам не по пути с тобой. Ну и что ж, одному так одному никуда не уйдешь. Ты живешь поблизко от меня, что я чувствую дрожь. Но только поверь, я лучше буду один среди запятнанных дорогой машин. Остаюсь ни с кем, я не участник этих схем. И тех, и этих встретиться не проси. Но не по пути с тобой, не по пути. Остаюсь ни с кем, я не участник этих схем. Аривидерчи, встретиться не проси. Но не по пути с тобой, не по пути. Я не участник этих схем. Меня ты не зови, встретиться не проси. Но мне по пути с тобой, не по пути. Спасибо большое, спасибо за поддержку. Следующая песня будет философская песня, которая может вам навеять самые разные ощущения и представления. В бегство бескрайних индийских лугов. Ты тонешь опять в водопадах детства, в кристаллах хрустальных сон. Ты знаешь, что жизни не поздно учиться, и делишься радостью вещих слов. Подставь мне стакан, и я дам напиться молока от священных коров. Я чувствую снова себя мальчишкой, ведь я где-то видел тебя давно. Быть может, ты шла по парку, а я выходил из него. И хоть молоко свое не обсохло, нам было не все равно. Ты веришь, что жизнь — искусство, что это основа основ. Но никто никогда не узнает вкуса молока от священных коров. Спасибо. Эти песни я уже исполнял на различных площадках города. Следующую песню я хотел бы представить вам как свою премьеру. Я ее, кажется, даже нигде не исполнял толком. Называется она «Река лет». Это не сон. Это когда миг и вечность звучат в унисон. Иди ко мне.
часто уходишь в то место, где нет от меня и следа. Уходишь, как будто никуда. Спасибо большое. Рад, что исполнил для вас впервые замечательную композицию. Ну и напоследок хотел бы для вас исполнить две кавер-версии. Я знаю, что вы все любители. Для вас я исполню песню «Яблони». Чё бы им цветы дарили, им без этого не можется. Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут со стриженными волосами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами. Но только я не пойму, чё своими волосами. Ах, этот парикмахер подстриг меня в парикмахерской, зато свою прическу я признаю новаторской. Когда яблони в цвету, всем девчонкам нравится. Чё бы им цветы дарили, и красивым, и не красавицам. Когда яблони в цвету, всем девчонкам хочется. Чё бы им цветы дарили, и без этого не можется. Я пропел вам песню про любовь земную. Сейчас еще спою припев, а потом пойду я. Всем девчонкам хочется, чё бы им цветы дарили, и без этого не можется. Спасибо большое. Спасибо. И хочу завершить свое выступление своей любимой песней группы «Кино». И немножко рассказать вам, да, что это не будет «Кукушка», это не будет группа «Крови», это не будет еще масса популярных хитов. Это будет не такая популярная заезженная песня, за это я ее и люблю. Называется она... Давайте я не скажу, как она называется, вы... Пусть будет загадка. Догадайтесь. Ни шагов, ни звонков, ни звона ключей, только слышно часы. У кровати стучат в этом доме давно, все уже спят. Тот
только слышно, капля за каплей из крана вода, только капля за каплей из времени дни. Ты придешь рубить лес, а увидишь лишь пни. Но сейчас деревья стучат ветвями в стекла. Ты можешь лечь и уснуть, и убить эту ночь. Деревья, как звери, царапают темные стекла. Пока еще не поздно лечь и уснуть в эту ночь. Спасибо большое. Всего вам доброго. На этом моя часть выступления окончена. Приглашаю следующего участника на сцену. Индейский пимак, кстати, да. Вторая будет «Водный путь».
страсть, или твой страх с ними, как месть его страсть. Это моя ночь, тишина, песня моя. Как уже сказали, меня зовут Руслан Небушинец. Долго тоже разговаривать не буду.
Ну давайте похлопаем друг другу. Красноярск, где? Я вас не слышу. Почему так тихо? Вот. Так. Все равно как-то плохо. Давай громче. Не мне, а поаплодируйте друг другу, что вы вот собрались в этот замечательный день. Так, вот. Сейчас будем маленько расшевелить. Значит, будут как свои. Будет своя, а она называется «Душа». Спасибо. Маленько.
проговорю про следующую песню. Песня называется «Надежд больше нет». Это комета.
случайности затерялась где-то. По случайности затерялась где-то. Спасибо. Встречаемся, не встречаясь, любим.
страх. Вечные повязки. Мы молчим из гордости, говорим из мести. Мы отходим пропасти и дурные вести. Мы как дети прячемся, мы как звери злимся, не любя встречаемся, любить боимся. Вечные повязки на глазах, на глазах. Как же я устал от них, от них. Вечные повязки на глазах, на глазах. Сами решайте, это гордость или страх. За семью замками мы висим на волосе и не знаем сами. Позабыв про сказки, мы ждем чудес немалых. Мы живем с повязками, кто бы разрезал их. Спасибо.